Весна-осень. Сургутские футболисты перешли на систему, по которой проводится российский чемпионат. Связано это с тем, что единственный стадион через 2 недели будет закрыт на ремонт беговых дорожек. В связи с этим был сформирован очень плотный календарь. Он включает в себя соревнования по первенству города и покупку Сургута. Стартовые матчи прошли неделю назад, 8 мая. Завершится турнир 27 числа. Сегодня известны имена четверть финалистов. Это представители поселка Федоровского, гости из Нижневартовска, команда «Самотлор» и местные коллективы – «Сургутнефтегаз», «Газпром Трансгаз», «ЗСК», «Союз Сипромстрой», «Самон» и «Штурм Спецстрой». Проводим сразу кубок и параллельный чемпионат. У нас второй круг мы будем начинать, как реконструкцию беговых дорожек закончить. Обещали в конце августа закончить. И второй круг мы планируем начать с августа, сентябрь и октябрь месяц завершить. Это наш турнир. В этом году на игры в Кубке города заявились 16 команд. В чемпионате примет участие 21 коллектив. 10 из них играют в высшей лиге. В прошлом сезоне победу с разницей всего в 1 балл в этом турнире одержал клуб «Газмяс Минерал Ойл». В первой лиге лидирующее место и переход в высший дивизион завоевал «Штурм». Кубок города в серии пенальти достался ЗСК. Ну, фавориты чемпионата города у нас остаются так же, как в том году. Это чемпион города «Газмяс» команда, команда «Союз Сипромстрой». В этом году хорошая команда «Сургутнефтегазовская» команда, команда «Газпром Транса», «ЗСК». В общем, в этом году у нас собрался, в принципе, в высшей лиге собрались, ну, 8 это команд, которые будут, все будут равны по составу, по кубкам показали. Чемпионат обещает быть интересным.